describe living room, мы опишем с вами гостиную. Посмотрим на общее название предметов мебели, а потом разберем более детально разновидность каждого из предметов. Софа. Диван. Mirror. Зеркало. Lamp. Настольная лампа. Fireplace. Камин. Fire screen. Защитный экран для камина. Cushions. Небольшие подушечки, обычно для декорации на диван кладут. Painting. Картина. Mantelpiece. Полочка над камином. Cocktail ottoman. Такой столик-пуфик. Tufted chair. Стёганое кресло. Такую софу маленькую часто называют love seat, как диванчик на двоих. Table. Они бывают разной формы, часто еще приклеивают название материала или же там дизайнера, либо производителя. Rug. Коврик. Shades. Жалюзи, римские шторы. Three seat sofa. Диван на троих, иногда не просто софы говорят, а там two seat sofa, либо three seat sofa, там на двоих, на троих. Convertible futon. Диван, который раскладывается, раскладной футон. Corner sofa bed with storage. Угловой диван с местом для хранения. Sofa bed, потому что он еще раскладывается. Love seat, two seat sofa. Диванчик на двоих. Armchair. Кресло. Excellent chair. Ну, вот такого плана, как кресло-стул. Footstool. Подставка для ног. Как и в русском, пуф. Footstool with storage. Подставка для ног с местом для хранения. Ottoman. Пуф, который используют в качестве журнального столика. Media stand или же media storage stand. Стойка для телевизора, CD, DVD. Вот такие кресла-подушки называют beanbag. Очень часто кресло называют не просто креслом, кровать-кроватью, а название состоит из нескольких слов. Вот, например, здесь название целых 5 слов, не считая предлогов. Но нам, по сути, нужно только два слова. Chaise и lounge. Вот первое слово переводится как кушетка, шезлонг, lounge, гостиная, место для отдыха. То есть, по сути, из этих слов вы можете понять, для чего это кушетка. Опять же, много-много слов в названии, но по сути название отображает слово recliner. Это кресло. От глагола to recline, откидываться. То есть recliner, откидное кресло. Вот здесь опять нам важно слово recliner. Тут у нас, например, double reclining sofa. Мы знаем уже слово double, двойная, reclining, тот, который может откидываться, и sofa, диван, то есть диван, который может откидываться назад на двоих. Здесь похожая ситуация, всего набора слов нам нужно. Слово rocking и chair. Rocking от слова to rock, качать, chair, стул, то есть кресло, качалка. Здесь у нас другой тип кресла-качалки. Здесь у нас не rocking chair, а glider, от to glide, скользить, то есть кресло, которое скользит вперед-назад.